Восемь важных знаний о любви. Иногда за любовь принимают совершенно другие вещи. Проверьте себя и близких. Если вы постоянно мечтаете оказаться в постели с человеком, вам сложно думать о чем-то другом, вам хочется прикосновений, а когда вы остаетесь вдвоем, то первым делом у вас происходит секс. Это не любовь. Это сексуальное влечение. Если вы ждете, чтобы о вас заботились, угадывали ваши желания, дарили подарки, обслуживали, жалели, защищали, принимали вас все, брали на себя ответственность за ваше благополучие, это не любовь. Это потребность в родителе. Если вы уверены, что можете быть счастливы только рядом с другим человеком, и вы испытываете беспокойство и тоску, когда партнер не с вами, вам часто кажется, что вы не сможете без него жить. Это не любовь. Это созависимые отношения. Если вы хотите знать о человеке абсолютно все, пытаетесь влиять на его решение или решать за него, ревнуете его, уверены, что лучше знаете, что ему нужно, это не любовь. Это жажда власти и контроля. Если вы ждете от партнера доказательств любви в виде официального заключения брака или рождения детей, переживаете о том, что скажут люди, и о том, что уже пора, это не любовь. Это конформизм. Если вы погружены в мысли о ком-либо, какой это прекрасный человек, и как вы будете счастливы вместе, представляете в мельчайших подробностях ваши отношения в будущем. Это не любовь. Это романтические иллюзии. Самое важное знание, базой для любви к другому человеку является любовь к себе. Если вы умеете любить себя, то сумеете полюбить и другого человека. А когда любовь? Когда вы не хотите изменить партнера, он вас устраивает таким, какой он есть. Когда вы позволяете ему быть собой и иметь свои, отдельные от вас, интересы. Когда вы безбоязненно можете обсудить с ним все, что угодно. Когда его присутствие в вашей жизни улучшает вашу жизнь. И с ним вы становитесь добрее, спокойнее, продуктивнее. Когда вы готовы отпустить его из своей жизни, если он захочет уйти. Вот это и есть любовь.